Заражаешься радостью. Именно такие чувства испытываешь, когда видишь, как радуются дети. В этот день в детском лагере имени Юрия Гагарина «Союз», действующего под эгидой Министерства иностранных дел, веселью не было конца. Я здесь была и на праздновании 60-летия, и на праздновании 65-летия. И это прекрасный момент, ведь я очень люблю этот лагерь и очень рада за него. Я вижу, у тебя такие точечки какие-то. Это что значит, а? Это веснушки, ну так называемый грим театральный. А что, кем ты был? Я был жителем планеты галактики С-65. Это галактика счастья, веселья и дружбы. Все радости, где никто никого не обижает, не ругается и живут в мире. Детям здесь очень хорошо, потому что здесь найдется развлечение, увлечение для самых даже изысканных вкусов. И мы стараемся сделать все, чтобы детям здесь было хорошо. Это как маленькая семья. Для нашей съемочной группы перед началом самих торжеств провели небольшую экскурсию по территории лагеря. Показали картодром, подвели к бассейну на открытом воздухе с подогревом. Лагерь отличный, все продумано до деталей. Впечатляют фигурки из дерева, которые наполняют здесь все ореолом сказки. Территория лагеря настолько обширная, что по нему движется даже специальный свой собственный транспорт. Созданные Министерством иностранных дел 65 лет назад на территории картофельного поля в Щелковском районе, детский лагерь «Союз» за годы своей работы превратился в мощный комплекс отдыха для детей, где теперь есть и аквапарк, и зоопарк, и конный манеж. У лагеря за его уже достаточно долгую историю появились свои традиции. Одна из них – дети сами убирают территорию своего любимого лагеря, считая для себя труд на воздухе важной частью активного отдыха. Поздравить коллектив детского лагеря приехали ответственные работники МИДа. Был оглашен приветственный адрес от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Приехали на торжества и гости из Щелковского района. Особое отношение именно к этому детскому лагерю со стороны руководства муниципалитета объясняется тем, что сюда за 65 лет приехало огромное число маленьких наших щелковцев. Эта цифра впечатляет. Около 650 тысяч. За 65 лет около 650 тысяч. Это школьников Щелковского муниципального района. Очень приятно то, что трудовую деятельность, конечно, с самого начала здесь начинала наш председатель по комитету по культуре и туризму Наталья Чуйченко. Ее песня здесь звучит, и она сколько лет уже здесь не работает, но вот сегодня она вместе с детьми пела финальную песню «Союз». И в последующем, как я так понял, эта песня, она находится постоянно здесь, она звучит на каждой смене, и дети ее наизусть уже знают, и прекрасно подпевали и пели. Я видел сам своими глазами, что они все слова наизусть знают. Оно как поднятие флага во имя добра. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».